Давай, кто начинает? Давай, читайте вы. По три, да? Если не забиваем, все, 106, да, двойная. Да, давай. Так, давай мы кувыркнемся сразу, три, начнем, да? Можно это пробью так, кстати. Четыре. Да мы можем добавить, если хотите, парни, пенальти. По 5, все, да? Все. Так, 4 мы должны, да? Мы продолжаем. Удар. Давай. Открыли ящик Пандоры. Огры! Давай, пошли. Вы что? Где вы? Что, блин, удар уже не имел. Дайте я нажимаю. Давай ты начинай первый, да. Какая левая? Ну, дура. Зарядил. Три. Штанги. Я думал, Дима бьет вообще. Ну вот, Огры. Ну и у вас. Нет. Артём Шунин. Шунин, куда будем? Ууу, затрясло! Шун, я тех... Я ум, Шун, сколько? Один, да? Три, блин, на три играем. А почему тогда четыре курт пальцев? Потому что у нас внутри, вот четыре, потому что еще один вопрос. Один в серии. Стоп-стоп! Так же, как вообще хороший был. А правый там где? Ай, блин! Скажи мне, я посередине буду бить на силу. Слышал? Ну реально скажи, куда? Посередине на силу. Не, реально. А почему в тот раз 6 было? Не, 4 было. Двойная, тройная. Не, сейчас сломается. А вот там. Что, заключительная, да? Давай золотая. До 4 победы серии. Давай, пока. Что ты нас на дно тянешь, что ли? Артём, добавишь, что одна вратарь куражится. Ну Шуня точно трясет его, давай, ну. Да! Сейчас хитростно подходишь к исполнению. А сейчас опять стоять на месте. Да я во-первых пойду. Что, если еще один не забиваете, 6 кувыркаетесь? Да. Я второй раз застрял, чтобы ты понимал. Дверей тогда промахнулся, мы удар ничего не решал. Как не решал, один кувырок больше. Мы уже проиграли. Левый один промахнулся справа. Он левый не забил, когда он два раза. По центру. Он пили два раза левый забил. Пили у него левый по центру, кто-то ударил. Пил. Вратарей три забили, тебе первым ударом промахнулся. Да, какая разница? По факту ты промахнулся. Какая разница? Три или четыре? Давай. Вытащил.
И команде! Эти серии вратарей! За пяти играем, да? Мы сейчас стоим. За пяти, за пяти играем. Сколько надо? Давай, все. Мы побеждаем. Сколько надо курков? Евген два раза промахнулся. Ты так себе понятно. Два раза, я раз. Ты? Что за дом? Ты еще, она будет только взять додик. Что это я ж? Переслово. Ничего, ничего, мать. Я тебе говорю. Дайте шанс, да? Не, он спринт в конце. Так, да его. Смотри. Артём, домой! Влево не... Блин! Блин, вот и что? Как я не могу? Спасибо, Бар. Че, сними её. Рон, качай ладошку, Люба. Достоял он, достоял. Сосучите, блядь, два в серии. Вас додиков тащу. Иди, вставай, еще начинаем. Так, ну я туда сейчас бил, да? Пойдешь туда же, да, Олег? Туда, куда мяч полетит. Ворота, мне поем, что все так колыхалось. Колыхалось, сейчас будет. Перебил. Хорош! Хорошо, я. Что, ты на диве или я на диве? О, гермой рад. Ручки стой, стой, ее. Ногти подстриг все. Тащи, Моня. Браво, Артём, браво! Что, двойная? Двойная, на 6. Все, я специально прикормил, сейчас мы... Мы начинаем, да, сейчас? Давай, забей, пожалуйста, давай забьем все и все. Я в шоке! Просто в такую дичь! Вася снимал. Да нет, ну ты что делаешь? Давай, ребят, спокойно, все, двойную и поехали эту, на обед. Браво! Браво! Не по центру просто, он уже уходит. Матя, везет! По центру. Продлеваете? Дать мы бьем. Да. Да, сейчас мы. Дюба просто. Молодец, да. Давай, сын, не решай. Ну что ж, посмотри на вратаря, посмотри. Вот и все. 3-2 в серии, да? Сейчас такой. Тройная, 3-2 в серии, да? 3-2 в серии, да? Сейчас просто 9 курков, да? Ну он тогда слева что? Какой левый? Ты что, дурак? Иди правый ударь, пожалуйста. Прессинг, прессинг. Ты, знаешь, ты левый, тебя уже разбедали. Ты бьешь не по центру? А не или тебя туда сваливается? Пробедай правый, а? Там у тебя без шансов. Домашний, домашний. Не волнуйся тебе! Правый, браво! Посидел уже. Не, вот я просто все. Хотел бы левый, но я не так. Обосрал, но я не хотел. Он просто специально третьим бьет по-любому, что кто-то из нас не забьет. Да нет, вообще ничего. Браво, Игорь, Бекенбаур. Да, сюда ударил уже. Исполнение на высшем уровне. Иди поперхнусь. Это надо брать. Иди сюда! Браво!
Ты видел, как фартовый опять? Обосрался, скажи честно? Нет. Унижают тебя, конечно, вообще. Шунь даже на тебя не смотрит. Смотри, давай! Хорош! Херня, да? На 15, да. Вытащи один, чтобы мы куражиться начали. Хорош! Смотри, видишь, он стоит по удару, сейчас будет гадать, наверное. Или так же будет стоять. Дюк, давай с левой. Спешл фо ю. Не надо, Дюк, не надо. Спешл фо. Иди вправо бей. А, прикормил-то как завидел. Говорит команда, бей правой. Слышь, что я сказал, Дюк, бей левой. Спешл фо ю. Давай правой. Шунь, давай правой. А что, все равно? Ты понимаешь, что без разницы, что ты делал до этого? Шунь, правый, бей. Евген, знаешь, ты выиграл, да? Заходи в руку, пожалуйста. Да, блин. Последний, решаюсь. Это мы выиграли. Да! Три-три. Нашли, ребятулечки, пошли. Зайдем, послежу. Раз. Два. Три, за раз. Два. Тупо! С твоей левой. Ты мои считаешь? Девять. А то я сбил. Три-три серии, решай сейчас. Мы ворота, да, начинаем? Три-три серии, но... Решающий, да. Я пошел, все-таки. Не мало, да? Я сейчас и свой. Просто лучший пенальтист, которого я видел, честно, в своей карьере. Я выше не бил. Да. Ну, просто. Я знаю, он сейчас. Браво! Что, один сейф и все, и мы короли, да? Да. Красавчик и Огр победимые. Или нету? Бабу! Бабу! Не, еще пробейте, давай, один у тебя, может, четыре. Опять вратарей. Голова, чпокнули! Давай допить, не вопрос, начнем? Давай. Давай, 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 Бабу. Проиграл, проиграл, выиграл. Максимально. Да нет. Что, заново радоваться придется? Щучкой смог. Огры крустом всегда. Я пошел. Я сигарел, нужно было заканчивать. Давай, три пошел. Что, Лига, давай ты пяти. Что, ладно, мы 3-1 вели. Да как вы знали, понюхать. Иди сюда! Иди, я говорю тебе! А! Честно, реально 4. Повар. Сага вон там выиграли. Просто 3-1. 3-1 и не поверили в себя. Ну давай допить. Просто набрал форму. Сначала же последний уж так, ладно, ты забил, молодчик. Ну согласен, можем был куражиться. Ну покуражились. Да. Не, я нашу вдали. Здрасте. Спасибо большое. Наверное, за матч. Ну кто? Ну кто? Кто тащил? Кто? Не, ну вообще, если честно, по вратарь. Здрасте, девочки, здрасте. Здрасте. И лучший вратарь я. Ну, признали. Диви и Евген сказали, что лучший вратарь сборной России это я. Ну, лучший пенальтист, честно, Диви и Евген двое в порядке. Но Евген это что-то феноменальное, вплоть до того, что он забивает такие голы по девяткам. Мне кажется, он сам иногда не понимает, как. Но левый и правый это просто. Короче, я нашел свою команду. Вот эти два парня, мы троем непобедимые. Чемпионы мира, мне кажется, были бы по пенальти, бы с любой его. Но только по пенальти, к сожалению.